Всем доброе утро, ребят. Ну что у нас сегодня? 31.10. У нас сегодня, по идее, должны быть веселые подарки, но я, к сожалению, их пока не наблюдаю. Возможно, после полуночи что-то добавят, либо попозже, хотя вряд ли. Обычно они этого не делают. В общем, поехали, посмотрим рынок. Русский сервер добавили 9-й ожог. Первый раз, честно говоря, вижу здесь 9-й ожог, что его продают. Ну, реально, тема стоящая для Ронина. Опять же, у донатов и так ожог прокачан. Так, что у нас есть? Руны эмблемы. Ничего особенного нету, к сожалению. Только один парящий остров, то есть никаких акций сегодня, к сожалению, нет. Единственное, что это добавили зефира, один осколок, но шансы, вы сами понимаете, какие. Ну, убрали. Че, ничего вроде отсюда и не убрали. Куча срани всякой. Зефира все равно будет сложно собрать. Один осколок всего лишь. Так, окей. Магическая лаборатория таки есть. Жара. Поехали, посмотрим, что тут. Ну, тут, походу, донатная акция. Вряд ли что-то интересное, да. Императорская кузница. В прошлый раз здесь Мэри можно было собрать за 7 паков. Ну, таки есть. Подарки тут. Донатная. Значки почета, магическая рулетка. Поехали, попробуем заролить. Может, выпадет купон. На английском мне вчера еще дополнительно выпали. Вот опять же ящик обликов зданий. Вот так вот. На здание облики. В принципе, тоже неплохая тема. Так, у нас места не хватает. Непорядок. Так, окей. Так, сегодня вечером должен быть уже новый турнир. Ничего себе, мы собрали бугимена этого. Так, окей. На русском все как обычно, видите, ничего пока интересного нет. Я помню, по-моему, прошлый Хэллоуин та же самая фигня была. Ничего интересного нам не добавили и... так оно прошло все. До этого были вот такие вот подарки, но в сам праздник они, к сожалению, ничего интересного не придумали и не сделали. Так, английский сервер, поехали. Купон, возможно, типа они считают, что купона хватает достаточно. Так, поехали. Спин, сумки 9, 2 штучки. Так, магическая лаборатория. Типа пак, так он и остался. Что-то они его не убрали. Treasure chest. Липпинг. В общем, ничего нету. Яйца. Так, хрусталка есть. Что тут у нас по скинам? У одержимого скин есть. Так, в принципе, ничего. Пират. Ну, четверг, день пирата. Странно, что на русском сервере пирата не запустили. Обычно на всех вовремя запускают в одно время. Последнее, ну, видите, сегодня четверг, пирата на русском нету. Так, островок. На английском остров, кстати, видите, без осколка зефира. О, ничего себе, здесь тоже, короче, забили хрен. Возможно, попозже что-то добавят, не знаю, но нету других этих, только limited offers и все. Ну, такое, в общем. Так, ну что-то у меня по одержимому глянем. По скинам. Ну, как раз можно будет докачать, отлично.
Ну, подождем, может, что-то новое добавят. Так, также здесь есть с ходшотом. Но вряд ли вы что-то нормальное вытащите. В общем, такой вот этот сервер. Поехали на Тайвань глянем. Там, в принципе, может, что-то более интересное есть. Так, я тут так и не обновился еще. Так, забрать плюхи. Тайвань то же самое. То есть на Тайване тоже нифига нету. Может, они что-то переделают, либо попозже запустят. В общем, непонятно. Как-то странно. Либо они там уже отмечают полным ходом. За найм точно такое же, как и на английском сервере. Так, еще каких-то две акции, сейчас глянем их. Понятно. Ну, в общем, как-то так, ничего сверхъестественного, к сожалению, нету. Так, окей, поехали немочку еще зачекаем. Ну, видите, возможно, добавят, но хз хз пока ничего такого интересного нет. Так, что у нас тут? 30-е, 10-е, 31-е. Поехали посмотрим, что на немки опять придумали интересного. Так, с этой акцией понятно. Обожание. Кстати, надо в обожание зайти, забрать халявный скин. Это такое было с халявный скин на тыковку 320. Вот это вот реально кайфовая тема на немецком сервере. Так, Рабер форум, алхимик. Вот так тоже ничего нету, странно здесь. Но здесь попозже обновится сервак. Ну, здесь акции еще вчерашние. Как видите, здесь нормально продают. Печеньки полным ходом. Но тоже ничего нету. Надо будет перейти на свой аккаунт. Так, смотрим, что есть у нас на АЭС сервере еще. И будем ждать, возможно, что-то поменяется. Смотрим. Будем на это надеяться и ждать. Но это не точно. Так-с. Так, магазинное безумие есть на английском сервере. Это плюс. Сейчас посмотрим, что тут интересного. Дуэлянт. Неограниченный запас, неограниченное наличие. На микс 10 есть. Это хорошо. Рулетка удачи. Магическая. Поехали в магическую забежим. Понятно все. Как обычно. Не дадут ничего нормального. Так, разбиватель яиц. Понятно, сегодня пропустил. Здесь много пират. Интересно, поменялся пират или нет? Не, судя по тому, что здесь трифид упал. Ну, видите, вообще обалдеть. Зашел, трифида получил на халяву. Я не помню, он у меня, по-моему, уже тоже есть. Да, трифид у нас есть. Смотрим, что по рынку. По рынку тоже ничего нет. Странно. К
как-то очень, ребят, странно, что никаких акций не пока не добавили. То же самое, что и на этом. Давайте бесплаточку жахнем. Может, еще какая-то имба приплывет. Что, 1500 у нас не получится, да? Есть? Не, нету за 300, к сожалению. К сожалению. Ну, в общем, вот такие вот дела, как видите. К сожалению, пока ничего не добавили. Возможно, попозже добавят, будем ждать. В общем, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.